Да, сразу хочу сказать, что книжечка вышла в издательстве «Геликон Плюс», вот только совсем недавно. Ну, Таня вроде бы хотела прийти, но, по каким-то причинам нет, видимо, не смогла. Вот. Ну, что ж делать. Поехали? Поехали. Я полю посвятить хотела стих, но ветер, что коснулся губ моих, дышал полынью и горчил едва. И были не нужны мои слова ни ящерке, мелькнувшей меж камней, ни солнечному пятнышку на ней, ни травяной вздыхающей волне, ни птице, распростертой в вышине. И стих лесной был, в общем-то, неплох, но разомлел грибною прелью мох, и тонкий стебелек был так раним, и шмель гудел задумчиво над ним. А жизнь вскипала музыкой с листа, срывалась сонной каплею с куста, преображая ужас в благодать. Мне никогда такого не создать, не выразить, не удержать в зрачках, в рассыпанных осколках, черепках, ни жаром сердца, ни игрой ума не сотворить, поскольку я сама лишь только эхо, шепот тростника, чуть слышный стон примятого цветка, смех земляники в спутанной траве, шальная мысль в господней голове. Ребята, есть места...